Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про чесотку у собак. Чесотка у собак – заболевание, вызываемое чесоточными клещами. Они питаются частицами кожи животного, провоцируют боль и вызывают инфицирование кожи. Чесотка может быть очень опасна для питомца. Без своевременной помощи животное может погибнуть от осложнений. Из-за чего возникает чесотка, какие у нее симптомы и как лечить это заболевание? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про чесотку у собак. Чесотка возникает из-за заражения чесоточными клещами. При их попадании в организм собаки у животного появляется аллергическая реакция на паразитов и возникает зуд. Однако, если у питомца хороший иммунитет и формируется правильный иммунный ответ, то заражение может протекать без признаков зуда и даже, возможно, самоизлечение. Основной признак чесотки – сильный зуд. Первыми симптомами у больного питомца являются небольшие красные прыщи с коркой в местах с незначительным шерстным покровом. Это место внедрения клеща в кожу. Из-за сильного зуда собака начинает интенсивно себя расчесывать и травмировать. После этого на коже можно заметить царапины, залысины и покраснения. На последних стадиях заболевания возможна интоксикация, сепсис и гибель животного. Заражение чесоткой происходит контактным путем, то есть при общении здоровой собаки с больной риск заразиться очень высокий. Клещи очень подвижны и легко перемещаются с одного животного на другое. Иногда источником может стать бессимптомный носитель, то есть собака, у которой нет никаких клинических проявлений заболевания. В редких случаях заражение возможно даже через предметы ухода или подстилки. Также источником болезни могут быть лисы, песцы, енотовидные собаки, волки. На ранних этапах лечение чесотки у собак не представляет трудностей. Существует большое количество эффективных безопасных препаратов, способных вылечить данное заболевание. Если вы заметили признаки чесотки у вашего питомца, отведите его к ветеринару. Специалист подскажет, какой препарат лучше использовать. Лучшей профилактической мерой является регулярное использование противоклещевых препаратов согласно инструкции. Также важно позаботиться о хорошем иммунитете питомца. Для его укрепления собака должна получать качественное питание, регулярный мацион и проходить ежегодную диспансеризацию в ветеринарной клинике для раннего выявления различных отклонений. Чесотка не является общей болезнью для человека и собаки, однако от питомца хозяин может подхватить псевдочесотку. Она характеризуется зудом, различными кожными поражениями, расчесами рук, шеи, живота. Также возможно появление красных прыщей из-за аллергической реакции на паразита. То есть чесотка от собаки к человеку способна передаться, но лечение для человека не требуется. Клещ уходит через 1-2 недели после выздоровления собаки или прекращения контакта с зараженным животным. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы о чесотке у собак. Если вы заметили признаки этого заболевания у своего питомца, незамедлительно покажите его ветеринару. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!